Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Павелічэнне аб'ёма вытворчасці. У Беларусі адкрыты два новых радовішча нафты. Вясна ў Гомелі 2020. Сёння пачала дзейнасць самая маштабная арыгінальная выстава краіны. Апошняя магчымасць. Міністэрства адукацыі вызначыла рэзервовыя дні цэнтралізаванага тэсціравання. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Актуальныя эканамічныя і палітычныя пытанні. Пра гэта ішла размова на нарадзе, якую прэзідэнт правёў сёння ў Палаца Незалежнасці. Абмяркоўвалі вялікі спектр пытанняў ад моманта ў цяперашняй электаральнай кампаніі да становішча спраў у рэальным сектары. У апошні час працаваць прыпадае на фоне пандэміі, за якой закрыліся многія краіны. Па сутнасці, на паўзу была пастаўлена ўся сусветная эканоміка. Гэта не просты перыяд для ўсіх, і выпрабаванне, якое закранула не проста здароўе людзей, але вытворчыя ланцужкі і ў цэлым работу рэальнага сектара. Нягледзячы на тое, што Беларусь не стала закрывацца, абстаноўка ў партнёраў не магла не адбіцца на нашай краіне. Эканоміка наша экспартарыентіравана. Поэтому произошло определённое падзенне, хаця прыемлемае для нас падзенне эканомікі терпіма. Это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас, а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, они не хотят сидеть в изоляции. Поэтому если этот процесс пойдет более интенсивным путем, то мы сможем восстановить быстро свою экономику, тем более, что многие отрасли, типа сельского хозяйства, строительства, IT-секторы, другие, они дают приличный прирост. Вопрос будет с промышленностью, потому что не могли купить ни комплектующих, все, что было, мы израсходовали. Ну, естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал. Акрамя сусветных эканамічных пытанняў, супрацьстаяння COVID-19 прыходзіцца дадаткова вытрымліваць і неслабы ціск з-за таго, што Беларусь выбрала сваю тактыку дзеянняў у няпростай эпідсітуацыі. Без забаронаў, з кропкавым і педантычным падыходам да выяўлення ўсіх тых, хто захварыў. На першым плане было і застаецца выратаванне жыцця кожнага пацыента. Як ідуць справы у тым ліку і ў рэгіёнах, такі маніторинг штодня на стале кіраўніка дзяржавы. У Віцебску ідзе зніжэнне выпадкаў пнеўманіі, уменьшается колькасць пацыентаў с коронавірусной инфекцией. До звыклага жыцця вяртаюцца перапрафіляваныя раней больницы. Плаўна выходзіць і Мінск. Стабілізавалася сітуацыя ў сталічнай вобласці. Александр Лукашенко адзначыў паступовае паляпшэнне сітуацыі ў Беларусі, але заклікаў не расслабляцца. Если Витебский, Минск, Минская область справиться с этим. Молодцы могилевчане. Я, правда, боюсь, что они начнут подрастать, у них совсем низкий уровень. Но если так, то у нас останутся только две так более-менее области, Брестская и Гомельская, которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и ученые-специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут на неделю где-то. Ну, потерпим неделю, тем более, что я интересуюсь каждый день, утром и вечером, этими проблемами. Коек там предостаточно, тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны иметь в уме вторая волна. Это никто не доказал, что она будет, вторая волна, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. Ну, а может быть, сия беда нас минет, всякое может быть, но, тем не менее, расслабляться нельзя. На базе Калінкавіцкага райвыканкама прайшоў абласны выязны семінар. Галоўнае пытанне, якое разгледзелі ўдзельнікі, а гэта начальнікі ўпраўленняў сельскай гаспадаркі, харчавання бліжэйшых райвыканкамаў, галоўныя заатэхнікі, ветурачы, арганізацыя пераводу жывёлы на летні пашавае ўтрыманне. Сюжэт нашых мазырскіх калег. Малако у коровы на языку. Гэтую простую аграрную истину у самом початку семинара на пленарной частце нагадывал удельникам перший наместник старшини аблвыканкама Игорь Часнок. Чем и як харчуется жывёла, сбалансованность рациону у канчатковым выніку уплывая на якость молока, а оно, як вядома, белое золото сельской господарки. Тому пытанне харчавання, утрымання буйной рогатой жывёлы на постоянном контроле, расслабляться некалі. На жаль, не во всех господарках в области до процессу организации перевода жывёлы на летнее паша утрымання подыходзяць па-гаспадарску. Почему у вас звеньев до сих пор нету, которые обслуживают?
такое понятие, как фронтальная ползьба. Фронтальная ползьба – это та ползьба, которая заставляет любого руководителя помнить о том, что скотина на пастбище пасется. За техника помнить об этом, всех остальных. Это та ползьба, когда надо возле человека и с человеком. Это та козьба, которая за собой требует что? Конкретно косилку. Уход. А эти ваши гнездовые, они не отдачи ничего. Як вядома, апошнія дні стойлавага ўтрымання жывёлы ў гаспадарках звычайна бываюць самымі складанымі. Заканчваецца корм, яго якасць значна пагаршаецца. І як выйсці зялёны канфеер, пашавае ўтрыманне. Не все, к сожалению, фермы на сегодняшний день, которые у нас могут стоять круглые сутки и быть обеспечены силосно-сенажным рационом и кормиться стационарно. Здесь вот этот вот зеленый конвейер, как для этого хозяйства, для этой фермы, во-первых, это не просто необходимость, а это тот зеленый конвейер тех кормов, которые сегодня, к сожалению, хозяйство не имеет в хранилищах для того, чтобы не гнать сюда, а спокойно и дальше продолжать кормить, но, используя зеленый конвейер, бобовые, злаковые травы, просто подкашивать и дополнительно где-то 10-15, допустим, килограмм, в зависимости от структуры рациона, потребностей, анализа рациона, просто добавлять в рацион. Поэтому здесь еще существует пастьба, пастбищное содержание, дойка, круглосуточное будет содержание, дойка ПДУ. Но что здесь плюс, естественно, в первую очередь это плюс, это здоровье животных. Шлях от стойла до паши, так званый переходный период, может быть достаточно непростым, коли все не предугледить загодя. Подрыхтовка пашов, подсев до их трав, обследование всего поголовья, якое будет на летнем выпасе, организация дойки, доз молока, технологичных моментов, десятки. Их правильное выполнение – гарантия того, что не отбудется зменшение удою и молоко на выходе не снизит свой гатунок, а работники отримают добрую зарплату. Только здоровая корова дает молоко. А чтобы корова была здоровой, ее надо правильно кормить. Так кормить, как это требует ее организм. Нормальный живой организм, как и наш с вами. Сама корова это потребовать нас не может, рассказать не может. Поэтому мы сегодня пытались рассказать, как правильно просто накормить корову. Поэтому разговор там был не столько об ошибках. И что мы просто хотели напомнить не только Калининскому району, а всем, что есть определенные постулаты, через которые в кормлении крупнорогатого скота и в частности дойного стада нельзя ни прыгать, ни перепрыгивать через них, а тем более их игнорировать. Летняя паша молочно-товарная ферма «Замостя» Калинковицкого района – это, так бы мовить, наглядный допоможник. Тут на реальном прикладе удельники семинара разбирали, как правильно организовать для коров санаторий под открытым небом. До речи, статок дойны. На паше доилки дежурать пастухи, доярки, проводят и медогляды коров. На поле приезжает ветврач. Пашевый период во умова Гомельщины начинается у мая и завершается у кастрычнику. Это период великого и относно танного молока, бо на многих фермах и комплексах за гэтыя месяцы атрымліваюць 52-55% ад гадавой яго вытворчасці пры больш нізкім сабекошце, чым у стойлавы перыяд. І гэты час неабходна не ўпусціць, выкарыстаць па максімуму. На семінары былі прадстаўлены спецыяльныя касілкі, ключавыя машыны для нарыхтоўкі дадатковага корму, высокаякаснага сена, дарэчы, агрэгаты мясцовай гомельскай вытворчасці. Святлана Грудько, Юрый Гарабец, Вячаслаў Прапісноў, тэлеканал Мазыр, спецыяльна для тэлерадыёкампаніі Гомель. У Державном вытворчем объединении «Беларуснафта» поведомили об открытии новых родовищев. И они находятся у так званой центральной структурной зоне Припятского прогибу. Географично это Хойницкий район. С новыми перспективами нафтоздобычи ознайомились наши корреспонденты. Сегодня специалисты Державного вытворчего объединения «Беларуснафта» ведут распрацовку 61 родовища. Это каля 870 свідравін. Увогуле белорусская нафта зараз добывается у 8 районах Гомельской области и одним Могилевской.
Еще два родовища, которые находятся на территории Хойникшины, зараз рыхтуются до промысловой эксплуатации. Работы на Полночно-Амелькаушинском начались у красавіку этого года, а уже у липені тут начнется здобыча сыровины. Чакаемые объемы 50 тонн за сутки. Коммерческая скорость бурения проект на 1118 метров на станка месяц. Фактически мы в два раза быстрее ее бурим. Скважина бурится быстрее за счет того, что мы применяем в настоящее время современный породоразрушающий инструмент, насосное оборудование современное. Избинское родовище начали распрацовывать наприкінці минулого года. Тут суточная сдобыча складе 150 тонн. Причем по своих характеристиках это сыровина высокой якости. Подрыхтовчие работы практически завершены. Початок промысловой сдобычи запланованы на наступный месяц. Мы находимся здесь уже с декабря месяца 2019 года. Мы используем технологию бурения боковых стволов, то есть используем скважины, ранее пробуренные, с целью удешевления. И, если говорить простым языком, производим технологическое отверстие в колонии, далее бурим ствол в заданном, в нужном направлении. По попередних подликах запасы нафты на двух новых родовищах складуть больше як 2,5 миллионы тонн. Для поравнания, задача для Беларусь нафты на год – это 1 710 000 тонн. При этом на предприемстве не выключают махчимости открытия у Припятском прогибе новых нафтовых родовищов. Во всяляким выпадку, этот регион лишится перспективным. С этой нагоды у ближайшие годы тут протягнется проведение пошуково-разведывальных работ. В январе текущего года мы уже с вами анонсировали открытие южного блока Гарцевского месторождения, что также расположено в центральной структурной зоне Припятского прогиба, Хойникский район. И вот сегодня мы будем вам говорить о наших достижениях, которые мы получили на двух новых структурах. Для нас это очень значимый результат, особенно в этом регионе, позволяет нам прогнозировать дальнейшие работы в этом направлении. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Хойницкий район. Вясна у Гомелі 2020. Сьогодні почала дзейнічаць самая масштабная регіональная выстава краіны. Ва умовах складанай эпідэміялагічнай сітуацыі яе вырашылі зрабіць віртуальнай. Яна размясцілася на сайце, распрацоўкай якога займалася гомельскае аддзяленне Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. На партале прадстаўлены эканамічны патэнцыял рэгіёна, а таксама візітоўкі кампаній, прэзентацыі, рэкламныя ролікі, камерцыйныя прапановы і іншыя матэрыялы. Пры гэтым электронную пляцоўку падзялілі на тры блокі. Деловая весна пропонует вебинары, презентации продукции и послуг предприемствов. B2B – онлайн-перамовы. Смачная весна презентует рестораны, кафе, бары и розничный гандаль. А гомельская весна станет местом творчества. На ее представлены работы ремесленников и пройдут мастер-классы. Такий незвичайный формат стал добрым стимулом для местного бизнеса развивать свою присутность у интернете. У якости додатковой поддержки гомельское отделение БЛГПП позволило им удельничать у экспозиции бесплатно. Визуализация, да, и именно наполненность информации для предприятий, это является проблемой. И на сегодняшний момент тоже, к сожалению, есть ряд предприятий, у которых не наполнены сайты. К сожалению, материалы только на русском языке. Но именно поэтому мы и задумали такой формат. Причем, если говорить о том, как мы позиционируем себя как гомельское отделение для наших предприятий, то именно в этом мы хотели помочь. 21-я международная выстава «Весна у Гомелі» протягнется до 10 червня. Зараз до ее долучилося каля 200 удельников с 12 краин, серед яких Индия, Хорватия, Германия, Литва, Словакия и Молдова. Однако, покольки многие замежные предприемства до конца мая находятся на карантине, то организаторы выставы разлишивают, что у червени до их долучится шмат новых партнеров. Программа запланованных онлайн-мероприемств и сустреч размещена на сайте и постоянно обновляется. Министерство адукации вызначило резервовые дни централизованного тестирования. Это 19, 21 и 23 липеня. Для сдачи ЦТ у ГТ дни необходимо зарегистрироваться с 12 по 17 липеня. Нагадаем, термины выпробования все лето были изменены. Основный этап тестирования пройдет с 25 червня по 16 липеня.
Гомельская областная организация Белорусского товариства Червоного Крыжа для оказания допомоги одиноким пенсионерам притягнула 158 волонтеров. Причем только набытьем продуктов харчевания и леков их задача, звичайно, не обмежевывается. Наши корреспонденты наведали областную структуру. Янина Горбачевская – волонтер с 5-годовым стажем. Педагог-организатор 22-й Гомельской средней школы. Яна навод створила у этой научальной установе волонтерский отряд, у який уваходит каля 30 школьников. Правда, подчас пандемии коронавируса до наведывания одиноких состарелых их не притягивают. Сама Янина до своих подопечных приходит у свободной от основной працы час. Причем только набытьем для их продуктов харчевания и леков наведывание, звичайно, не обмежевывается. Некому необходимо допомогчи по хатних справах, некому оказать медицинскую допомогу на кшталт вымярения тиску. Але и это не самое головное. Все-таки им не хватает больше общения. Вот мы тоже недавно были у пожилой женщины, она инвалид второй группы, но хоть и было как-то... Она очень обрадовалась, что к ней вообще пришли, что не продуктом она обрадовалась, а то, что пришли живые люди и поговорили с ней. Допомогу тем, кто мае у гэтым потребу, Червоны Крыж оказывает заўсёды. Але у сучасной эпидемичной ситуации она особливо запатрабованная. Пожилые люди и люди с инвалидностью не только мают высокую рызыку заражения. Часто яны просто физично не могут выйти за межи кватеры. У принципе, стать волонтером можа кожный, кто пройдет специальный курс навучання. Корыстаться послугами неподрыхтованного человека у Червоным Крыжи не будут ни у яким разе. И справа не только у необходимости притрымливаться мер безпеки. Они должны обучаться, значит, как разговаривать с пожилым человеком, значит, какой алгоритм, как они берут деньги, какие продукты они получают, как они приносят рецепты, где они рецепты должны эти выписывать, кто им передает. Каждый договаривается со своим подопечным. То есть специальному обучают. Ну и плюс, чтобы были корректными с пожилыми людьми. Люди пожилые же разные бывают. Олег Сенцюров, Максим Савин, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель». На гэтым тыдні магчымы кароткачасовыя перапынкі ў электразабеспячэнні. Гэта абумоўлена выкананнем неадкладных работ у электрасетках, паведамляе «Гомельэнерга». Падрабязны спіс адрасоў можна знайсці на сайте прадпрыемства. Комитет державного контроля Гомельской области проведет горячую линию по питаниях будовництва жилья для громадян, которые имеют потребу у полепшения жилевых умов. А миновито выполнение заказчиками обовязков по терминах, якости и обгрунтованности кошту. Горячая линия отбудется у эту пятницу за 11 до 12 годин. Свои питания можно задать специалистам по номеру у Гомеле 23 83 82. Короткочасовые дожди и до 21 градуса тепла. Такий прогноз надворья на гэты тыдень. У ближайшие дни, аўторак и сераду, паветра прогреется до 15-16 градусов. Чакаются невеликие опадки, магчымы навальницы. У четвер будет сонечно и до 18 градусов тепла. По прогнозах синоптиков, опадки вернутся у пятницу, а у субботу слупок термометра перадолее отзнаку у 20 градусов. Дождливый характер надворья захаваецца до конца тыдня. Гэта і іншыя навіны, інфармацыя о праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Утром на улицах и перекрестках Гомеля и районных центров многих водителей и пассажиров насторожило большое количество инспекторов дорожно-патрульной службы. Дело в том, что сегодня в республике дан старт проведению специального комплексного мероприятия «Внимание, дети», направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ и милиционеры общественной безопасности разъясняли водителям и пешеходам правила дорожного движения, рассказывали о необходимости использования световозвращающих элементов, уделяли внимание обеспечению безопасности перевозки детей, делали акцент на необходимости использования водителями ближнего света фар при движении. Согласно пункту 166.9 правил дорожного движения Республики Беларусь, во время проведения специального комплексного мероприятия необходимо в обязательном порядке на транспортных средствах включать ближний свет фар либо дневные ходовые огни при их наличии. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 18.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в виде предупреждения либо наложения штрафа до 2 базовых величин.
За езду без включенного ближнего светофара водители сегодня не наказывали, а только предупреждали, проводили беседы и вручали памятки. С завтрашнего дня меры будут ужесточены. Ведь по статистике, большая часть ДТП с участием детей случается именно по вине взрослых. На территории Гомельской области за 4 месяца произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 16 детей были травмированы. По вине самих детей было совершено 5 ДТП. Акция продлится до 5 июня включительно. 3 ребенка за один день попали в больницу с ожогами кипятком различной степени тяжести. Все случаи произошли в минувшую пятницу. 3-летний мальчик доставлен в больницу из деревни Мормаль Жлобинского района, где получил термические ожоги, открыв кран отопительного котла. Ребенок находился по месту жительства бабушки. В 2 других случаях годовалые мальчики из Жлобина и 2-летняя девочка из Речицы опрокинули на себя кипяток, находясь дома. В ближайшее время в регионе начнется плановое отключение горячего водоснабжения, поэтому родители призывают быть крайне внимательными и осторожными. 5 пожаров произошло в Гомельской области за последние сутки. Полностью уничтожено 3 строения и 1 единица техники. К счастью, обошлось без человеческих жертв. В субботу в поселке Забровка Гомельского района произошло возгорание 4-квартирного жилого дома на улице Авиационной. В результате пожара повреждены кровля и имущество в доме. Пострадавших нет, причина устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В Светлогорске в этот день, предположительно из-за механического разрушения топливного фильтра, загорелся Ford Focus 2001 года выпуска. В результате пожара поврежден моторный отсек легкового автомобиля. В воскресенье, предположительно, курение стало причиной пожара в деревне Алексеевка Будокошелевского района. Огнем повреждены кровля, стены и имущество в доме. А в деревне Вербовичи Наравлянского района, вероятно, по этой же причине, домовладельцы лишились хозяйственной постройки. Аналогичный пожар произошел в деревне Марковская Лельчицкого района. Большинство пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем при курении. МЧС напоминает: не курите в постели, не выбрасывайте бычки с лоджий и балконов, а также не бросайте их в мусоропровод. Помните, автономный пожарный извещатель поможет предупредить о возникновении чрезвычайной ситуации в домовладении. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Состоялись ответные матчи четвертьфинальных серий чемпионата Беларуси по мини-футболу. Гомельская БЧ после победы в Гродно над УВД «Динамо» со счетом 5-2 в ответном поединке могла чувствовать себя вполне комфортно. Забитый на 10-й минуте гомельского матча Ильей Казаком гол уверенности в положительном исходе противостояния для железнодорожников добавил. К 27-й минуте счет был уже 3-0 в пользу хозяев. Отличились Олег Еремин и Сергей Сюливончик. Правда, к этому времени в пассиве у гомельчан было уже 5 фолов. Вскоре этот багаж начал давать свои плоды. В итоге железнодорожники получили в свои ворота 4 10-метровых. Динамовцы шанс возродить интригу упустили, реализовав только один. Еще один гол они провели с игры. Оба раза был точен Дмитрий Шимановский. Итог 3-2 в пользу БЧ. Сумасшедшая серия, конечно, и предыдущая была. Это была очень хорошая, как бы, эмоции, настрой ребят. Да. Поэтому я им благодарен за весь сезон. То, к чему мы сейчас вот пришли, меня очень радует и вдохновляет. И даже в отпуск никуда не хочется идти, хочется продолжать работать дальше. Большая благодарность им, большая благодарность нашим болельщикам, которые приезжают. Боевые 2 матча достаточно, если брать нашу игру, низкого качества в плане исполнения даже элементарных передач и мышления. Но прошли дальше. Я благодарен ребятам, что они все-таки в такое время находят в себе силы сражаться. И задачи никто не отменяет наши, поэтому мы играем дальше и добиваемся самых высоких результатов. В полуфинале нас ждет гомельское дерби. ВРЗ, на удивление, легко разобрался с минским дорожником. На выезде, напомню, вагоностроители в концовке вырвали победу 3-1. Домашний поединок сложился куда проще. 2 быстрых гола на старте поединка практически свели на 0 шансы дорожника на успех в серии. На 6-й минуте отличился Евгений Клочко, на 8-й – Владислав Силюк. Еще до перерыва гости перешли на игру в 5 полевых. Гомельчане с численным превосходством соперника успешно справлялись.
дрогнули лишь однажды. Голевой удар на счету Вячеслава Цверко. К этому времени ВРЗ выигрывал уже 3-0. Точку в поединке поставил Николас Задилашвили, поразивший собственные ворота. Получилось забить. В первые 5 минут мы доминировали. Команда ВРЗ центр поля с трудом переходила. Ну, а потом 2 удара, 2 гола, и немножко ребятки надломились, конечно. Ну, в целом, наверное, результат закономерен. Конечно, в первой игре и у нас где-то по шансам, наверное, 50 на 50 было. Опять не можем забить. Ну, видимо, анализируя, видимо, сказалось то время, пока мы не тренировались. У нас 5 недель было просто простое. Мы не могли тренироваться, нам негде было. Может, эта игра уже легче далась, но в Минске была очень тяжелая игра. Бой серьезный был. И очень повезло, что мы забили этот гол за 30 секунд до конца, третий. Он придал нам уверенности во второй игре. И во второй игре, опять же, первый забили без всякой паники, второй забили, успокоили игру и уже, считай, доиграли. То есть уже дорожника практически не было шансов на проход. Вторую пару полуфиналистов составили аршанские «Витен» и «Столица». Они переиграли светлогорские «ЦКК» и «Борисов 900» соответственно. Серии 1-2 финала будут проходить в другом формате. До 2 побед одной из команд. Первые поединки состоятся 28 мая. Ответные – 31-го. Мозырская «Славия» на домашнем газоне разошлась миром с «Городеей». 1-1 у хозяев забил Чухлей, у гостей – Яскович. В турнирной таблице мазыряне на 12-м месте, лидирует «Батэ». На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».